Аким Жамбылской области Канат Бузумбаев рассказал, как делают рейтинги акимов. Как выразился высокопоставленный чиновник на брифинге в Астане, организаторы рейтингов просят деньги у акимов взамен на лидирующие позиции в рейтингах. А те, кто отказался платить, оказываются аутсайдерами в этих рейтингах. По его мнению, это не политика, а политиканство. Один из последних рейтингов был основан на результатах опроса, в котором приняли участие 30 экспертов – политологов, общественных деятелей, блогеров, политтехнологов и журналистов. В лидерах, как всегда, аким Алматы и аким Астаны. Аким Жамбылской области Канат Бузумбаев оказался там на 6-м месте. В последнее время модно стало не только про зарплату, а еще и рейтинговать нас. Да? Соберутся 3 человека, создадут там фонд или товушку, ведут к акиму – дай денег, первое место займешь. Не дашь последнее или предпоследнее. Еще обзовут аутсайдером там. Понимаете, мое отношение очень простое к этому. Я не обращаю на это внимания. Там газета какая-то с каким-то фондом там и так далее. Это такое, это не политика, это политиканство. Согласно негласным квалификационным требованиям, аким области должен сочетать умение хозяйственника и аппаратчика, быть хорошим отцом для населения и местных элит, а также послушным сыном для центра. Плюс к этому уверенно, но умеренно светиться на телеэкранах, мониторах и страницах газет. Что касается рейтингов, есть настоящие научные рейтинги, Министерство экономики их разработало, администрация дополнила, и у нас есть по полугодию рейтинги, есть рейтинги акимов областей, то есть и государственных органов, есть окончательно годовые. Там нам оценка дается. По динамике, я сказал, 2012 года, прошлого года, по динамике развития мы заняли первое место. Добавим, что в Казахстане введут новый рейтинг акимов по вопросам земель. То есть своевременное выделение земельных участков в установленном законодательном порядке и увеличение вовлечения в оборот тех или иных категорий земель. Бауыржан Шаяхмет, Ганизат Оспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны.